Если последним турецким сериалом, который вы посмотрели, был «Великолепный век», у нас для вас отличная новость. Есть еще десяток отличных проектов с актерами, на которых очень приятно смотреть. Бурак Денис. 28-летний актер с детства мечтал о карьере телезвезды. Мальчишкой он смотрел сериалы и копировал мимику и интонацию турецких звезд. Родители Бурака развелись еще до его появления на свет. Он рос с мамой в большом городе Измире. С этим актером вы сможете посмотреть «Королева ночи», «Милые маленькие обманщицы». Бурак Озчивит. В детстве Бурак мечтал стать супергероем, когда вырастет. Он представлял себя Бэтменом и, чтобы стать таким же сильным и смелым, активно занимался спортом. Когда привлекательный юноша поступил в университет Мармана на факультет кино, рекруты модельных агентств буквально атаковали его. С данным актером вы сможете посмотреть «Королек, птичка певшая» и «Любовь похожа на тебя». Джан Яман. Хотя Джан появился на свет в Стамбуле, по происхождению он не турок. Бабушка и дедушка популярного актера родились в Югославии. Мальчик отлично учился, подавал большие надежды во множестве дисциплин, а окончив школу, легко поступил на юридический факультет. С данным актером вы сможете посмотреть такие сериалы: «Ранняя пташка», а также «Полнолуние». Джейхун Менгироглу. Джейхун планировал работать в гостиничном бизнесе, одном из самых прибыльных в Турции. Поддерживал его в этом отец и известный в стране шеф-повар. Однако модельная внешность Менгироглу не осталась незамеченной. Парня все чаще приглашали участвовать в показах, он соглашался и в итоге полностью сменил карьеру. Уже дебютная роль в сериале «Вдребезги» сделала его популярным. С этим актером вы сможете посмотреть сериал «Сон», а также «Имя счастья». Чагатай Улусой. Мама Чагатая родом из Боснии, папа из Болгарии, а появился на свет Чагатай в Турции. В детстве он занимался спортом и добился больших успехов в баскетболе. Знатоки пророчили ему карьеру тренера, однако парень неожиданно бросил профессиональный спорт и поступил на факультет ландшафтного дизайнера. С этим актером вы сможете посмотреть сериал «Внутри» и «Прилив». Керем Бюрсин. Керем – настоящий человек мира. Он родился в Турции, вскоре с родителями переехал в Шотландию, затем в Индонезию, Куала-Лумпур, Объединенные Арабские Эмираты и США. Отец не видел в сыне актерских задатков, да и самому профессию считал легкомысленной. Поэтому парень начал обучаться маркетингу, чтобы пойти по стопам отца. С этим актером вы сможете посмотреть «Жизнь отдам» и «Безжизненные». Альп Навруз. Альп привык быть во всем примером с самого детства. Как старший брат, он брал на себя заботу о брате и сестре, но при этом отлично учился и получал награды и грамоты за участие в различных школьных мероприятиях. А еще с 6 лет он посещал театральную студию, и его упорство не осталось незамеченным, хотя слава и пришла к Альпу довольно-таки поздно. С данным актером вы сможете посмотреть следующие сериалы: «Госпожа Фазилет и ее дочери», а также «Не отпускай мою руку». Талга Сарыташ. Если бы Талга не добился успеха в кино, то все равно пробился бы на сцену, правда, в качестве музыканта. Именно музыкой парень занимался с самого детства, участвовал в нескольких группах, проводил концерты и организовывал мероприятия. Коллектив, который он собрал с друзьями, просуществовал 5 лет, но желание попробовать себя в актерстве оказалось сильнее, и после окончания школы Талга пошел работать в театр. С данным актером вы сможете посмотреть фильмы «Дочери Гюнеш» и «Плохой парень». Акын Акынозу. Родители, а особенно мать, известная турецкая актриса Азлем Акынозу, мечтала увидеть сына на телеэкранах, поэтому всячески поддерживала в нем стремление к творчеству. Закончив школу в Анкаре, он уехал учиться в Калифорнию, где сразу поступил в труппу студенческого театра в Беркли. С
данным актером вы сможете насладиться сериалами «Ветреный», а также «Друзья, это хорошо». Ибрагим Чиликол. Ибрагим вырос в семье военного, привык к дисциплине и строгому режиму, и это очень помогло ему в карьере. Правда, поначалу парень мечтал о большом спорте. Высокий рост позволил ему добиться отличных результатов в баскетболе. В 15 лет Чиликол был уже капитаном юношеской сборной, когда внезапно от сердечной недостаточности скончался его отец. Парень не смог оставаться в родном городе, решил сменить обстановку, а заодно и карьеру. С данным актером вы сможете посмотреть сериал «Черно-белая любовь», а также «Узел».